Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что нам сказать? Пока привет! Пока привет? Или привет-привет все-таки? Привет-привет! Вы на канале? Ай да, сегодня у нас очередная развивающая игра. И мы открываем цикл игр по палочкам Кюизинера. Вот такие цветные счетные палочки. Их характерная особенность – это различная длина. Соответственно, кроме различия по длине, это различия по цветам. Ну и, естественно, с помощью них можно тренировать счет. Очень много игр существует по палочкам Кюизинера. Но мы сегодня не будем брать какие-то необычные игры. Мы сегодня начнем с самого простого. Это мы попробуем разобрать все палочки по длине и по цветам, правильно? Разный цвет соответствует определенной длине. Вот у нас как раз здесь нарисован состав. У нас одна белая палочка. Или наоборот. У нас вот по счетам, значит, 25 штук белых палочек. У них самая короткая длина, первая. Потом розовая палочка, у них вторая длина их 20 штук, голубая третья длина 16 и так далее. В итоге у нас самое маленькое количество оранжевых палочек. Их всего 4. Открываем. Открываем. Будем высыпать день. Давай, переворачивай коробку. Переворачивай коробку, давай. Вот сколько у нас палочек. Вот. Это у нас как раз элемент игры. У нас здесь цифры от 1 до 10 и плюс знаки. Но сегодня у нас палочки, да. Подними, которые упали. Друзья, мы уже с вами посчитали на коробке количество, да? У нас очень большое количество белых, самых коротких палочек. Денечка, вот это самая короткая палочка. Давай отберем палочки разных цветов и посмотрим, как они отличаются по длине. Давай возьмем одну белую, одну розовую. Дальше у нас голубенькая палочка. Потом у нас красная палочка. Смотри, красная. Затем идет желтая. Динь, смотри, я вот выкладываю. Желтая. Потом фиолетовая. Затем идет черная палочка. Потом идет бордовая. Затем идет синяя. Синяя, смотри, палочка. И, конечно, циферки тоже здесь в игре есть. И оранжевая. Динечка, смотри, у нас все палочки отличаются по длине. На единичку. На одну единичку. Какая вот из этих палочек самая короткая? Выбери, пожалуйста. Белая палочка самая короткая. Давай, клади ее вообще. Белая на единицу длины. Все правильно. Какая теперь палочка самая короткая? Посмотри внимательно. Выбери, пожалуйста, самую короткую вот из этих палочек. Правильно, розовая. Так, давай потихонечку убирать. Друзья, мы убрали лишние палочки, чтобы Дениска не отвлекался. Выбери из этих палочек самую короткую, День. Покажи всем. Давай, смотри, какая из них самая короткая. Нет, это не самая короткая. Смотри, это самая длинная. Это же чуть-чуть покороче. Это еще короче. И это еще короче. Смотри внимательно. Нет, это не самая короткая палочка, Дениска. Давай мы их разложим, тебе все станет понятно. Давай. Правильно, это самая длинная оранжевая. Давай мы ее уберем. Нет, ты посмотри их еще сколько разных. Давай сложим их. Из оставшихся палочек какая самая длинная? Нет, самая длинная. Динь, смотри, вот они отличаются как. Черная. Нет, черная не самая длинная, Дениска. Мы просто нашли. Она не самая длинная. Динь, вот у нас какая самая длинная. Давай столбиком их поставим, и ты убедишься. Вот. Черная не самая длинная, Дениска. Смотри внимательно. И желтая не самая длинная. Хорошо, мы знаем цвета, но она не самая длинная. Вот поставь ее рядышком, Дин.
Какая палочка самая длинная осталась? Синяя. Выбираем синюю. Давай теперь, какая самая длинная? Смотри внимательно. Какого цвета самая длинная? Бордовая, Дениска. Бордовая. А теперь какая самая короткая палочка? Денечка. Смотри внимательно. Я тебе и желтую поставлю. Какая палочка самая короткая? Какого цвета палочка самая короткая? Смотри. Вот черная, вот фиолетовая, вот желтая, красная и голубая. Какая из них? Голубая самая короткая? Да, День? Давай убираем голубую. Какие у нас остались цвета? Смотри внимательно. Голубую уже убрали, да. Самая длинная палочка из этих оставшихся какая? Черная. Давай папе черную. Молодец. У нас осталось три палочки. Самая короткая, самая длинная и средняя. Денеч, какая из этих палочек самая короткая? Камень. Красная? Давай папе красную. А самая длинная какая? Камень. Нет, красная короткая. А самая длинная? Фиолетовая. Правильно, друзья. Видите, мы разложили по длине палочки, да? Желтую. Все. У папы полный набор. Сейчас мы попробуем еще для закрепления сравнить, какая длиннее, какая короче на двух палочках. И на этом сегодня закончим. Динь, какая из этих палочек длиннее? Какая? Почему желтая? Как? Оранжевая. Правильно. Из этих двух палочек оранжевая длиннее, а фиолетовая короче. Где? Короче. Давай попробуем с этой сравнить. Давай вот эту возьмем, черную и голубую. Вот из этих палочек какая длиннее, Дениска? Смотри внимательно. Вот эти мы уберем с тобой, давай. Они нам уже не нужны. Вот из этих двух палочек какая длиннее? Черная длиннее, правильно. А значит, голубая какая? Короткая. Голубая, значит, короткая. Вот. И у нас очень много этих палочек, как мы уже говорили. Это очень классные палочки Юзинера. С ними можно тренировать счет. Причем можно, на самом деле, вот эти вот различные палочки объяснять ребенку, как использовать в виде единиц, десяток и сотен. Но это совсем сложно, и это только Дениска подрастет. А так впереди у нас еще целая серия роликов по палочкам Кьюизинера, в том числе волшебные дорожки. В ближайшее время мы вам покажем. Ну а сегодня мы с вами прощаемся, будем дальше придумывать развивающие игры. С вами был канал Baby Go. До новых встреч, друзья. Пишите нам в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Как Денечка пальцы вверх ставит? Покажи всем, как пальцы вверх надо ставить. Вот так вот. До новых встреч, друзья. Как надо говорить, День? Пока-пока. Буду на месте, потом.